Военная патриотическая площадка дневного пребывания «Допризывник» давно уже стала центром притяжения для славянских ребят, которым необходимы уроки военного дела. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав там, где занимаются учащиеся. Для записавшихся на площадку «Допризывник» юных славянцев подготовлена интересная программа. В ней есть много важного и нужного для ребят. Все это поможет им во взрослой жизни. Очень им нравятся занятия по водному туризму в филиале краевой крейсерско-парусной школы. Здесь рады принимать у себя молодежь, особенно допризывников. Сотрудники стараются, чтобы учащиеся получили теоретические знания и практические навыки, и чтобы они более уверенно чувствовали себя на воде в плавании на каноэ. Впечатления, конечно, самые позитивные. Нам там очень интересно. Нас учат разбирать автоматы. Мы играем в игры, смотрим познавательные программы. Я катался на лодках первый раз. Мои впечатления очень хорошие. Мне понравилось. Я научилась собирать и разбирать автомат, собирать и разбирать магазин. Также мы катались на лодках. Я бы хотела еще раз прокатиться. И планирую в следующем году тоже посетить «Допризывник». Каждый юноша в душе будущий защитник Отечества. И такие знания, как армейские звания, рода и виды войск, их особенности, для будущих защитников интересная информация. Когда дело доходит до практической части, разборки-сборки автомата, желающих попробовать себя в этом деле много. И меткая стрельба по мишеням также привлекает ребят. Это очень хорошая возможность подготовиться к службе военной. Если вы хотите отдать долг родине, здесь вы можете найти новых друзей. Здесь вы научитесь стрелять, разбирать и собирать автомат. Я очень доволен, что попал в допризывник. Мы сегодня стреляли из воздушки. Я в первый раз стреляла, но мне очень сильно понравилось. За эту неделю мы побывали в парусной школе. Там вместе на каноэ плавали, тоже очень интересно, новый опыт. Были в разных музеях, нам рассказывали про войну, что было, рассказывали также про машины всякие, танки. Очень интересно было. Быстро пробегает неделя занятий на военно-патриотической площадке дневного пребывания «Допризывник». За это время славянцы, а всего их будет 4 смены, по 20 человек в каждой, познакомятся не только с основами военного дела, но и с правилами безопасности на воде, пожаротушения, позанимаются строевой подготовкой. Словом, будет сделано все, чтобы эти дни на площадке стали очень яркими, полезными и запоминающимися. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».